伟大的旅程，伊尔库茨克，北京拉萨。Двери. Заходим. Репродукция какого-то. У них такая лепнина. О, дверь, смотрите, аутентичная. Внутренний дворик у них, к сожалению, в каком-то стройматериале не совсем хороший, но в остальном все аутентично. Вот тут народ наш, не наш. Рыбки золотые в аквариуме, девушки вот ожидают чего-то. Ну, естественно, что вот аутентичные номера. Вот там даже два яруса. Кто-то что-то убирает. Сейчас я вам покажу. А, вот оттуда видно еще соседей. Да-да, они там гнезда строят. Это вот здесь я откупил себе коечку. Вот моя коечка. 4 места. Сегодня здесь буду ночевать. Вот локеры. Дверь шикарная. Там вот умывальник с туалетом. Приспособили какую-то другую комнату они. О. Все нормально. Привет из Пекина. А также здесь еще есть общая комната, где можно тусить, наслаждаться книгами. Дорогие телезрители, прямое включение из китайской Чуфаньки. Мы в Пекине. В Пекине. Здесь происходит ранний обед. Вот. Горит огонь. Вот, идет дым, можно сказать. Вот. Выносят блюда. Вот Наташа не даст соврать. Выносят блюда, просто восхитительные блюда. Это очень вкусно. Прям спаржа. Великолепно. Там вообще утка по-пекински в виде нарезки. И хлеба. Пиршество. Да. Здесь вообще вегетарианское царство. И это все. За какие-то несчастные 40 юаней. Вот так и рождается легенда.
Кстати, как вы пережили ночной перелет и как себя чувствуете? Уже хорошо. Да, уже не штормит. Уже нормально. Нормально, да? Отлично. Я уже поверила. Ефим очень близко к Иркутску. Чрезвычайно близко. Когда этот огонь затушит, кто-то знает? Не умею, не успеешь уснуть, уже надо просыпаться. Прямое включение из запретного города. Зашли сюда. Билет стоит 60 юаней. Умножите на 14. Получится в рублях. Сейчас идем по главной площади, где проходили церемонии появления императора. Церемония занимала около часа. Идем наверх. На ту площадку, куда он подымался. Столпотворение. Все стремятся попасть именно сюда. Дорогие телезрители, прямое включение из тук-тука. Бикини. Едем с ветерком. Должны были двое ехать. У нас двое. А в той машине четверо. Там впереди четверо. Как они там чекируют сели, непонятно. Что такое люди не сделают, чтобы пешком не идти? По 60 юаней сейчас как заплатим с каждого тук-тука. Так, присели мы, значит, на скамейке, и вот этот человек по имени Иван нас заметил и пригласил к себе в офис. Это его офис, он нас собрался поить чаем. Вот такой китайский чай. Он нас собрался поить чаем. Это его коллеги. Вот. А здесь происходит ремонт офиса, как я понял. Все это неожиданно, плюс он притащил еще 4 бутылки с водой и нам подарил. Это просто нереально. Прямое включение. В общем, произошла такая непонятка. Опоздали на поезд. И пришлось... Нет, мы не опоздали на поезд, мы перепутали вокзалы, тем самым опоздали на поезд. Да. Пришлось поменять билеты. Концепцию. Да, часть группы летит на самолете, а мы с Наташей едем на поезде, причем взяли самые комфортные стоячие места. И будем стоять всю ночь. Ну, естественно, стоять не будем, будем сидеть, не знаю, что делать. Вот. И сейчас момент, когда мы расстаемся. Вот мы выглядим вот так сейчас до того, как мы сели в поезд. Да. Через 10 часов мы будем выглядеть, видимо, по-другому. Так. Вот на этом здесь мы разделяемся. Вот люди из Роскосмоса, да, вот люди, они да, остаются. На самолете. Да, потому что летят на самолете. Видите, они счастливые. Ну что, мы удачи. На визне всегда. Все принимаем. У них сегодня будет великая китайская.
It's like some ceremony or Dipu Monastery. We went to tomorrow morning Dipu Monastery. It's like in the temple. Yes, yeah, let's wait, yes. Click the tickets. Sure. Ты чё, на сколько торганулись? 750 за оба, серебро. За серебряную вот эту ваджеру и... Он поёт как хорошо. Она чистейшая. Was that thing heated in winter? Вот человек купил два баллона кислорода. Молодец. Мы поднимаемся по ступеням во дворец Паталы. Столпотворение ужасное. Тройной контроль. Паспорта с билетами три раза предъявляли. Вещи три раза просвечивали. Фух. Задыхаюсь немножко. Это седьмой этаж дворца Патала. Здесь еще можно фотографировать. Далее мы поднимаемся. Поднимаемся на 12 этаж, и там уже запрещено фотографировать, запрещено носить солнечные очки и кепки. Вот, у нас тут 10 минут, чтобы сделать шикарные фотографии. Thank you. Different direction. It's like a protector. So also you can see like the statues, he's taking the animals, right? Juniper, like a natural get from the mountain, like incense, juniper. Ну а вот в тех, перед входом в храм, там был какой-то, вот он объясняет, благовоние Дженнифер. Дженнифер. Дженнифер, I know Jennifer Lopez. You know, right? Jennifer Lopez. Lopez. Jennifer is like incense, you know? Можжевельник, точно. So in the morning, this area is
a lot of people, pilgrimage people, they come to the pray in this temple. In the afternoon, yeah, big queues. Автобусе, как вы видите, баллон с кислородом. Вот он здесь не просто так. Вот у нас Наташа попробовала кислород. Какие ощущения? Великолепное. Это надо практиковать. Очень место курения, место колес каких-нибудь. Это очень хорошо. Тебя вштырило, иными словами. Вот мы поднялись по лестнице. Монастырь. Вот. Подниматься довольно сложно, потому что воздуха не хватает. Вот, поднялись. Кругом красота. И сейчас идем по тропе, по дорожке, в обход этого монастыря. Ну, все вроде нормально, да? Как одышка есть. А, молодец. Иоанн Мария. Together. Основатель этого монастыря Дзонгапа и также тот, кто основал течение желтошапошников, он медитировал в этой пещере. В данный момент к пещере пристроен вот этот храм. So this is like cave for the cave. It's like Dzongkhapa. So actually after the rock side cave, right? After in maybe like 1975. Хорошо стало. Хорошо стало. Можно меня? Я обещала своим сыновьям, что я буду дышать. Нажми на.